Эта вселенная — лишь одна из бесконечного цикла. Мистер Стрэндж. Кто же знал? Что в этой огромной мультивселенной? Стивен Стрэндж, ваша расплата слишком запоздала. Стрэндж! Я сделал то, что должен был, чтобы защитить наш мир. Это довольно непостижимо и захватывающе. То, куда мы движемся в этом фильме, это самая фантастическая новая фаза Марвел. Что ты знаешь о мультивселенной? У Вижена были свои теории. Он считал, что это опасно. В этой истории мы прыгаем в разные вселенные. Но открытие мультивселенной создает большой ящик Пандоры. Ты открыл дверной проем, и мы не знаем, кто или что пройдет в него. Мы находимся на неизвестной территории. Я думаю, зрители будут поражены. Эти другие реальности вводят множество абсолютно новых персонажей. Рассказывать эту историю было большим трудом. Она должна быть всеобъемлющей, так как должна нарисовать картину не только нашей вселенной, но и множество других. Нам нужна твоя помощь. У нас была отличная возможность объединить двух самых могущественных супергероев вместе. В этом есть что-то очень мрачное. Вы знаете, что Сэм Рэйми мастер в этом деле. Мы хотели, чтобы фанаты воскликнули: «О, как круто!» Я имею в виду, что это действительно было нашей целью. Мы хотели дать фанатам желаемое, но в то же время не совсем то, чего они ожидали. Ставки высоки. Он буквально сталкивается с версиями самого себя. Ситуация вышла из-под контроля. Доктор Стрэндж, мультивселенной безумия.